семье – это идеальное развитие, где развивается и тело, и душа, любовь, и дух. И если есть эго, оно будет либо разрушаться, когда мы начинаем жить друг для друга. У меня там эго, у меня свои предпочтения, как нужно жить. Давай-ка живи моими ценностями. Да. И один живет ради другого и так далее. Это еще не духовность. Духовность для меня, когда я понимаю, что я живу для тебя, а она для тебя. И все, произошел резонанс, мы слились. И даже на духовном уровне.